Салют. Очередной вылет был. Что не поделаешь, я не знаю, как здесь вообще с вылетами будет. Драйвер, как вы понимаете, не помог. I'm surprised management was able to send someone over for the inspection, given the, circumstances. Well, anyway, I'm Dr. Gene Barrett, project lead on Utopia, head of R&D. Apologies, of course you know all that. So, let's get straight down to business then. We'd hate to waste your time now, wouldn't we? Please, take a look around. You'll find everything's in order. I'll just prepare everything for our little chat. Классика жанра. Злой доктор. Ну ладно. Так. Сейчас. Что у меня вообще со снаряжением? Это плюс 7. Это плюс 7. Это плюс 6. Короче, надо фармить, походу, чуть-чуть. Уходи отсюда! Нахер! Тут же надо было... Да-да-да. Защиту от яда надо брать. Блин. Иначе я тут долго не продержусь. Ну вот, вот, да. Нифига себе урона! Ой-ой-ой. Так, ладно. А чё, ладно, а чё я заменил? Всё, урона? Если я урона уберу, сколько? На 24 меньше, блин. Офигеть. Хочу выносливость убрать. А где у меня защита от яда? А, вот. Выносливости 135. Блин, выносливости убирать — это плохая идея. Здоровье убрать — тоже плохая идея. Блин, не хватает. Не хватает ячейки, реально не хватает. Вот одной ячейки не хватает. Эту я убрать не могу. Апнуться я не могу. Будут меня иметь, походу, здесь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу.
Блин. Ай-я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 й. Это гнида с дроном. Так. Зато я могу вот это открыть. Правда, это мне сейчас нифига не надо. Давай. Хорошо. Так, мне надо костюмчик улучшать. Мне надо и костюмчик, и 105-й левель. Проект Утопия. Утопия — это проект создания роботов, я так понял. Ну, как создание, замена вообще, что-то как-то... Период исцеления превышает период распада. Что? Замена решения утопии за и против. Ай-я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 й. Тело отдай. Они еще и взрываются, офигеть. Так, что дали? Хорошо, каркас 8 дают. Надо каркас хоть пофармить. По ходу дела. Тело. Да блин, пока переключишься. Чувак, только не вздумай взрываться, ладно? Шесть каркасов. Тут один, короче, экзоскелет, вот, ну, три каркаса дает. Даже 3-6. А мне сколько надо? Хрен его знает. Туда, по-моему, доступ закрыт пока что. И вот сюда, кстати, я так и не нашел прохода. Нифига. Сколько не искал. Так, это вверх, да? Поехали вверх. Да, это коридорная локация. Ну, тут очень много вот таких вот. Эй, зачем ты помер? Так, у тебя тела нет, ну ладно. А, ну да. Required.
чувак. Да ты засохнешь, нет? Это 7-й уровень. А, 8-го уровня дают только эти ребята, да? Понятно. Оу! Господи, я напугался реально. Реально обосрался. Это какой-то мощный. Что у него в руке? Интересно. Или не мощный? Блять. На урона. Что-то меня напугал, правда. Не, это НГ плюс, плюшишный. НГ плюшишный. Я чё такой спокойный доходил? Потому что знаю, что тут никого не должно быть. А этот... Тут надо поаккуратнее быть тогда. Эти хитрые жучки. Ай, зачем? 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 Блин, насколько ты мощный, да? Лок, ну прицелься, что ли, блин. Выбило из равновесия. А чё это вы с первого... С первого раза-то дохнуть читали вдруг. We're definitely getting there, but the shock to the brain, whether psychological or by surgical trauma, is still unpredictable. At worst, they're psychotic. At best, the mental capacity of a 2-year-old. I don't know which is worse. When thrown in that body, the power is truly frightening. The good news is that the organic machine interface is working perfectly. Так, это возврат домой. Ладно, пойду я посмотрю, может улучшится можно. Why do people expect the rebuilding of the atmosphere to happen so quickly? After all, it took almost 2 centuries to make it this way. Shouldn't you be at your designated work site? Ну, до 7-го можно. А, не, нельзя что... Пофиг. Девятый сплав. Еще 3 надо. Где ее взять-то? Ну, короче, нельзя. Так, а бабочка? Блин, да тут с бабочкой. Я много не навоюю, наверное. Wow.
Ладно. Look out for your fellow workers. They look out for you. Every passing day, with every launch, Project Resolve evolves. Тут manufacturing efficiency. Придется побегать. Что не поделаешь. Even down to the recycling of materials. Creo, our scientific staff labor day and night to improve and build upon the foundation. Jonah Gutenberg's original. Нет! Блин, этого тела нет. Ну-ка, что дали? 8-й. Хорошо. Значит, надо этих. Эй! Я не понял, а почему я урон получаю? У меня имплант стоит. Тут, блин, не особо не пофармишь, такие дела творятся. Неудобно тут фармить. Слегка. Он же делает, да? Ну, не то чтобы совсем неудобно. В общем, так себе место. Чем забываешь, он взрывается. Так, письмецо пропустил. I can't with good conscience continue. We need more time. But they say we always say that. Mainly because it's true. Utopia is a better solution in the long run. If you have the side effects of resolve, it's, well, not exactly true. It has one large cataclysm. Instead of taking years, it's immediate. There's no fucking going though. Those people, those poor, poor people. We're meant to help them, right? That's our job. Otherwise, what's the point? А, хватит, что ли? Пойду вернусь. Тельц проапгрейжу. Тут пока недалеко, потому что дальше там бежать в дальние дали. А, это ты же ресаешься, да, гад? Ну ладно, давай. Эй. Адроп. Правая рука. Зараза, опять сдох. Так, стоп, куда мне идти-то? We will build a new, a utopia for all. This is not a scheduled break time. Yeah.
Восьмой уровень сойдет. Синенький. Как мечик. Все остальное тоже надо. Так, а что много надо? Так, на голову надо. Ух, офигеть. 6-8 штук. Короче, руки, ноги, голова. Понятно. Ну просто можно, конечно. И дальше идти, но сложно будет. Хотя, может, и нет. Ну, хочется ведь прокачаться, правильно? Не, ну ты не озверел, а друг. Не, ну я, конечно, не буду фармить. Я сейчас вот все последний раз здесь зачищаю. Вот-вот, к ним подходишь так, чтобы ударить. На тебе, пинча. Так нельзя, конечно. Так, конечно, нельзя. Если этот гад начинает из огнемета палить в то место, где тот другой гад накидал гранат, они не только ядовиты, они еще и взрыва... Ну, газ не только ядовиты, еще и взрывоопасны, короче. Судя по всему. Собака. Опять чуть не завалил. И опять ничего не дропнул. Да ты чё? Интересно. Давайте, что не дропайте. Сваливай нахер. Пойдет. Так, и ты. Ладно, фиг с ним, пошли дальше. Шортка, это шортка, это теперь. А, ну тут еще вообще-то один есть. Ну.
Нет, ты не взрываешься. Так, а мне сюда? Или мне не сюда? Стоп. Секунд. А, ну да, сюда. Вроде бы. Больше некуда. Налево, правильно? Правильно. Первый раз угадал. Тут надо подальше прыгать. Во, вот так вот. Во, это правильно. Так, хорошо. Почему тут заперто опять? Да, это же это. Нет, нет, нет. Authorized personnel only beyond this point. Ну забирай, что ли, господи. Dark Souls, говорите? Ну-ну. Говорите дальше. Так, все. Там я был. Ничего хорошего там не дадут, кроме как по башке. Пойду сюда. Может, там что дадут? Стоп. Нет, все, ничего нет. Так, ну ладно, давай, что у тебя есть? Так, ну, пойду налево, что ли. Третий оздоровитель. А, все, это шорт. Ну ладно. Зайду тогда, раз. А, кстати, что я делаю? 104, отлично. А может на 105 наберу, нет? Вряд ли. Тут, кстати, ничего не валяется, но вроде бы нет. Если бы валялось, свистело бы. Че вот это свистит, я не знаю. Ладно, поехали. Ты лежи, не вставай. Я вот очень странный персонаж вот этот вот.
И вообще эта комната очень странная, на самом деле. Вот. Там лежит... А, ну это сверху. Сверху я буду еще. Опа, еще тут... Еще кто-то появился. Или он был тут вообще-то? Я не помню. Понятно. Хочешь забрать, открывай вот эту дверь. Ну ладно, что, давай. Я, кажется, понял прикол. Там лежал имплант. Так? Когда я открыл дверь, они, эти собаки, его либо столкнули, либо опять в бачки себе засунули. Но его тут нет теперь. Ха. Я же его не забрал, правильно? И он куда-то упал теперь. Понятно. Так, вот там вот фигня есть. До нее прыгать надо вот отсюда вот. Так вот разбегаешься и так, бля, запрыгнул. Потому что оттуда не допрыгнешь. Заподлянка такая небольшая. Если я вот туда попробую запрыгнуть? Нет, туда не получается. Только не помню, куда это ведет. А. It's tough. They got it locked down tight. But I promised I'd get you something. It's not a lot, mind, but it's something. Utopia's a synthetic variant of Resolve. Hyper-aggressive with a nanite distribution system. They believe it's a one-shot solution, but they're being careless, rushing it through. Only Barrett is reviewing the tests. There's no oversight at all. And there's something else. He's been distracted by a personal project. All I know is, it involves some high-end cybernetics. He's been rounding up volunteers for months now. Блять, еще один. Еще одного засунули сюда. Блин. Собаки страшные. Троллят и троллят, а? На каждом шагу. Но они не резаются. Я боюсь представить, что там, вот, в следующем зале. Как ты промазал-то по нему? Ай, нет, 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 ах ты, сука. Угу. Давай, давай. Сгори заживо. Ну, непросто. Тут, блин, такие места, что особо и не до фарма.
Ну, в смысле, выделять вот эти вот метки. Части тела, я имею в виду. Особо-то и не хочется. Надо броню улучшать сначала. Потом уже можно будет. Урона слишком много. Чё ты? Где пи-пи-пи-пи? Где-то пи-пи-пи-пи. Ты будешь бить или нет? Нормально. Так, а почему тут закрыто? Секунду, а почему тут закрыто, правда? Почему тут закрыто? Я не помню, чтобы тут закрыто было. Должно быть открыто, вроде. Тут есть где-то... Сейчас. Вон. Так. Сука. Гиблое место. Сюда лучше не прыгать. Ну нафиг. Пойду обойду. Ну да. Послушаем письмо лучше. The issue with the nanites is persistent. I don't see why I'm the only one that's bothered by this. Theoretically, they will hold for the mission parameters. Program determination only starts after. Где вы там ныкаетесь? By which time they should have completed their assignment. But this is a problem because somewhere in there is a variable we haven't accounted for. Now I want to be on the record that I protest in the strongest terms about the use of the process to live you. Так, снизу вроде бы все. Хотя. Вот здесь опасно. Нет! Блин. Блин. Не тот удар. Сойдет.
Так, все я там сделал. Круг почета дам. Какая-то хрень. На ракету похоже. Ну, ракета и есть, наверное. Чё? Вот, а если тут, короче, по этой локации вообще бегать без импланта вот этого, который от яда защищает, от газа, это вообще жесть. Дохнуть будешь только так. Поэтому, ну, нафиг. Ни к чему это все. Давай я у тебя что-нибудь отберу. Ай, да-да-да-да-да, вот зачем здесь дырки-то сделали. Понятно. Он толкается, потому что... Вот здесь вот звенит. Казалось бы, ну где может звенеть? Сверху ничего нет. Вниз, если спрыгнешь, сдохнешь. Я нашел. Долго искал. Тут еще одно гиблое место. Ты не нужен. Так, я серию закончу на этом моменте. Хотя... Бляха, мать! Бляха, мать! Ну вот зачем? Зачем так делать? Ну почему лок ты? Ну почему не залочился? Ну кто... Тролли долбаные. Ладно, на этом моменте закончу. Здесь сейф вроде есть.